Ханга не просто журналист, но и общественный деятель. Родилась в Москве, окончила факультет журналистики МГУ. Стажировалась в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах. В 1989 году уехала в Америку по приглашению фонда Рокфеллера. В 2001 году окончательно вернулась в Россию. На телевидение вас пригласил Влад Листьев. Каким вы его помните? Ой, ну он роскошный был парень, талантливый, темпераментный, веселый, жизнерадостный. Но я даже не знаю, что еще о нем сказать. С ним было очень легко. У него не было абсолютно никаких, вот то, что называется, понты. Да? Понты, да. Да, нет, это совершенно нормально. И вообще это троица была. Меня пригласили трое. Листьев, Захаров и Любимов Саша. И они были все роскошные, но разные. Значит, Любимов, он из такой семьи аристократической, дипломатической. Мама великолепная актриса, папа дипломат, в Англии учил. Красив, как бог. Дима Захаров умный, такой то, что называется ботаник. Такой серьезный, умный, он знал. Это Википедия ходила просто. Гугл. Ой, Гугл такой, да. Вот. Ну и Листьев такой, дискотека, который вот все время фонтанировал идеями. Я их называла «Три мушкетера». Вам его не хватает, наверное. Ну, конечно. Таких сейчас не делают. Таких сейчас нету. Да, да. Ваша историческая родина – США. Чувствуете ли вы, что это ваша родная страна? Знаете, я же прожила в Америке с 89 года по 2001, ну, довольно большой срок. Конечно, мне там было очень комфортно, я жила в Нью-Йорке, мне очень нравится именно город Нью-Йорк. Первый раз я приехала в Бостон, и мне не очень понравилось, хотя это культурная столица Америки. Да. И все там и музеи, и симфонические оркестры, и вообще уютные, милые, балет, ну вот просто вот все. Но я понимала, что я за границей, да, там мило, но здорово. Но когда я приехала в Нью-Йорк, меня как молнией так поразило. Я вдруг поняла, что это мой город. Может быть, потому что у меня бабушка когда-то жила в Нью-Йорке. А может быть, потому что Нью-Йорк очень похож на Москву. Вот вы не поверите, не архитектурой, но энергетикой и, наверное, людьми. Потому что в Нью-Йорк приезжают все самые-самые-самые со всего мира. Самые талантливые, самые порядочные или непорядочные, самые амбициозные совершенно точно. Так и в Москву съезжаются тоже со всего, особенно бы СНГ или из каких-то других стран, тоже самые-самые-самые. И вот эта вот фраза «If you can make it here, you can make it anywhere», то есть если ты состоишься здесь, в городе Нью-Йорке или городе Москве, значит, ты везде всего добьешься. Вот мне кажется, это очень объединяет Москву и Нью-Йорк, и поэтому мне было очень комфортно. Где труднее все-таки? Ну, понятие растяжимое, что значит труднее. Мне в Нью-Йорке было непросто. Я научилась жить на $5 в день. Да. И прекрасно жила на $5. Вот не поверите, можно на $5 ходить и смотреть ту же самую Мадонну в Центральном парке бесплатно, ходить в Метрополитен-Опера и слышать те же самые великолепные голоса, которые вы будете сидеть в партере и слышать за $1000. А я буду сидеть на галерке и слышать там за $15. И ходить на все бродвейские шоу, просто надо встать пораньше и встать в очередь и на 42-й улице купить те же самые билеты, которые вы по интернету будете покупать 3 раз дороже, а там распродажа, за час все это можно за копейки купить. И с едой то же самое, только надо ходить не в какие-то раскрученные рестораны, а, например, Little India, где на одной улочке очень много ресторанчиков, они очень конкурируют между собой. Прекрасно можно есть, можно поехать в Гарлем, чудесная еда, я обожала, гулять и все. Ну да, единственное, что стоит, да, недвижимость, это дорого, снимать было дорого. Но я решила, что лучше я дам все свои сбережения на то, чтобы есть, жить в центре Манхэттена, а все остальное можно поджаться. В Москве, ну мне проще, я москвичка, я родилась в Москве, у меня все с самого начала было, мне не надо было платить за квартиру, все свои знакомые, там поднял трубку и все проблемы решены. Поэтому, ну, это не совсем правильное сравнение. Да.
Ваш отец Абдулла Касимханга был премьер-министром Танзании. Его не стало при трагических обстоятельствах. Вам тогда было всего 3 года. Вы когда-нибудь чувствовали эмоциональную боль, связанную с этим событием? Нет, никогда, потому что отец меня не воспитывал. Он приезжал, уезжал, и, если честно, у меня в памяти он не сохранился. И даже нет каких-то вещей, которые вот я могла бы говорить, вот, мой папа мне подарил. У меня всего 2 вещи было от папы. Один большой карандаш, такой великан красного цвета, как сейчас помню. Mm-hmm. И стул африканский, очень симпатичный стул, который до сих пор у нас сохранился. И моя мама всегда сажала меня, когда причесывала на этом стуле. И потом дочку я тоже сажала на этот стул и причесывала. Почему это важно? Потому что когда ты причесываешь, ты долго причесываешь африканские волосы, и ты разговариваешь с дочкой, и ты там узнаешь все, как, чего. И, в общем, это такое место было очень важное у нас дома. Вот, собственно, и все, что оставалось от папы. И я как-то, когда мне сказали, в этом возрасте, если ты этого человека не знаешь... Да, не воспринимает ребенок mm-hmm. это как... Прежде чем связать свою жизнь с человеком, важно знать его систему ценностей. Ценности его самого и его семьи. Люди часто ошибаются по этому поводу. Вы сказали где-то, что вы очень довольны своей свекровью, своим мужем. Скажите, зрелый человек более реалистично смотрит на эти вещи? Конечно. Мы с мужем были очень давно знакомы, с 87-го года, но женились уже в 2001 году, да. Уже состоявшиеся люди. Мы были, у каждого была своя карьера, своя жизнь, и мы с уважением относились к личному пространству каждого. Очень важно. И я думаю, что это залог успеха. Да. Потому что, когда вы молодые женитесь, вы все вместе, как голубки, ходите нос к носу, и вот прям вот все постоянно это вот... И частенько раздражать начинаете друг друга. По-моему, никто не может постоянно там 24 часа в сутки. Конечно. И особенно, когда ты привык, там женщина звонит, ты где, ты где, ты куда пошел? В отпуск поехали вместе, туда поехали вместе. Возможно, вот семьи рушатся, потому что когда слишком вот тесная связка, плотно, да. Слишком плотно, это тяжело. А мы сошлись, когда нам уже было очень хорошо за 30, прям очень хорошо за 30, не буду говорить, сколько лет. И поэтому я, например, представить себе не могу, чтобы я спросила мужа, куда ты поехал, там, когда ты вернешься, ты где, вот эти слова. С кем? Об этом речи нет. Единственное, что мы понимаем, что мы обязаны сообщить, что если ты собираешься уехать, ты должен сказать, что там меня не будет, чтобы я не волновалась, что конечно, ты ждешь, а человека нет. Там надо бить тревогу или еще что-то. Вот это единственное, что нас беспокоит. Да. А во всем остальном мы друг друга доверяем, люди мы друг друга уважаем. Это... Мы с большим удовольствием вместе ездим в отпуск. Я хотела задать этот вопрос, вы где-то сказали. Мы так проверяем свои чувства. Вы знаете, нам интересно с ним молчать. Друг с другом. Говорить это прекрасно, потому что он интересный собеседник, мудрый человек, но мне кажется, еще важнее, когда ты можешь спокойно с человеком там. Молчать. Очень важно. Правда? Да. Мы да. очень любим ездить на дачу к друзьям вместе, потому что вот этот вот час или полтора часа, пока ты едешь, ты в машине, и он не отрывается на телефон, постоянно вот в эти моменты ты можешь разговаривать. Потому что дома, когда там прибежал, убежал, поел быстро, там ускакал, ты в командировку, там ты даже можешь даже не понимать, насколько человек тебе чужд, потому что там даже не бывает момента понять это. Но когда вы куда-то уезжаете вместе, и ты понимаешь, что и утром проснулись, пошли позавтракали, и днем, и поехали там на море пошли, или там в музей пошли, ты все время ты говоришь с этим человеком, и ты проверяешь, тебе по-прежнему интересно, это здорово. Ты хочешь с этим человеком еще куда-то поехать. Как я понимаю, вы лучшие друзья. Да. Вот. Да, мы да. Очень, очень хорошие друзья. И, конечно, да, со временем семья? Все меняется, но я думаю, уважение друг друга и уважение личного пространства. Очень важно. Полностью согласна с вами.
Супруг покорил вас не с первого раза. Вы были знакомы как очень молодые, потом встретились снова, но гораздо позже. Угу. Он разорвал ваш билет в Америку, в авиабилет разорвал. Скажите, женщины мечтают о такой решимости? Ну, я не знаю, женщины разные бывают. Может быть, кого-то это бы и вывело из себя, что вот мужчина так поступил. Я была очень довольна. Если бы мой муж этого не сделал, то, возможно, я бы сейчас жила бы в Нью-Йорке, и у меня не было бы такой потрясающей дочки, которая у нас семьи, родилась, да, с моим мужем. Была бы, может быть, другая дочка, но такая, какая вот она сейчас. Спортсменка, красавица. Да, спортсменка, комсомолка, красавица. Вы написали книгу, ставшую бестселлером в Америке. Что так нравится американцам? Ой, спасибо за слово «бестселлер». Не знаю, как насчет «бестселлер», но в свое время эквивалент Министерства образования рекомендовал нашу книгу, мою книгу к прочтению в школьных учреждениях, там, в институтах. А чем они заинтересовались? Дело в том, что эта книга «Soul to Soul. The Story of a Black Russian American Family», я проследила в этой книжке историю моей семьи, начиная с 1865 года, когда отменили рабство в Америке, и по 1992 год. В Америке вообще очень любят тему биографии, тему, а для Черной Америки очень важно, это афроамериканцы, они пытаются понять, откуда их корни, почему они себя ведут так или иначе, насколько там расизм повлиял на то, что происходит в их жизни. И я рассказывала о том, с чем столкнулись мои бабушка и дедушка, это была межрасовая семья, бабушка была белая, еврейка, дедушка черный, да, и с чем они столкнулись, почему они приехали в Советский Союз. Это безумно интересно было. Очень для интересно, американцев, да. Поэтому они рекомендовали эту книгу прочтение. Со мной был очень смешной случай. Я ехала в метро, ко мне подошла молодая девушка и говорит: «А вы автор книжки?» Я говорю: «Да, просто на обложке моя фотография». Она меня узнала. Она говорит: «Скажите, а чем заканчивается ваша книга?» Я говорю: «Ой, вы ее читаете. Ой, спасибо, вам так интересно». Она говорит: «Если честно, нет. Мне вот совсем не понравилось, совсем не интересно. Просто у меня сегодня экзамен, и мне надо знать, чем она закончилась. Поэтому, если можно, в двух словах так, коротенько, без подробностей». Вот. Но так я поняла, люди, что стала знаменитой. Но люди, которые читали, они весьма довольны. Те отзывы, которые я, по крайней мере, слышала, что это очень интересно, захватывающий сюжет. Знаете, со мной произошел вот какой. Слушай, знаете, вот иногда спрашивают: «Кусаешь ли ты локти по какому-нибудь вот эпизоду своей жизни?» Вот я расскажу про то, почему я кусаю локти. Эта книжка, вот она издавалась несколько раз, она достаточно успешно в Америке продавалась, когда где-то в 2001 году мне позвонила юная девица, угу, и сказала, что вот она будущая актриса и очень хотела бы меня сыграть. И ей кажется, что она чувствует меня, и вот мы даже внешне похожи с ней. Вот можно я сыграю? Ну, я как-то удивилась. Я говорю: «Ну, слушайте, ну, девочка, ты кто, девочка?» Да-да-да. Она говорит: «Вы знаете, вот можно я у вас куплю, это option называется, вот право, угу, на снятие фильма?» Ну, и у меня, и она достала какая-то такая смешная сумма денег, что вот даже вот, я говорю, она говорит: «Ну, вы знаете, я же не там, не Голливуд, да, чтобы на полном серьезе, но это деньги там мне давали родители, там, на кино, там, я сэкономила эти деньги, вот я вот, вот все, что у меня есть, я вам отдаю, там, разбила свою эту копилку». Да-да-да. Я говорю: «Девочка, спасибо, конечно, иди, не отвлекай взрослых». Она так говорит: «Ну, нет, так нет, что». Ладно, прошли годы. Ага. Прошли годы, и вот в этом году моя подруга, которая обожает американские сериалы, она мне говорит: «Ты видела сериал «Скандал»? Ты видела сериал?» Я говорю: «Нет, не видела». «Посмотри, посмотри, посмотри, там главная актриса так на тебя похожа». Я говорю: «Такого не может быть. Прямо вот обязательно посмотри». Я включаю сериал «Скандал», главная актриса. Это девочка. И я вижу эту девочку. Да. Я смотрю в титрах, эту девочку зовут Керри Вашингтон, которая сейчас самая высокооплачиваемая афроамериканская актриса. Во всех сериалах она снималась, она играла жену Рэй Чарльза в фильме «Рэй Чарльз», вот сериал «Скандал», и вообще каждый третий сериал она там звезда. Вопрос о том, кусала ли я локти. Мой муж сказал: «Ты должна была бесплатно ей отдать эту право». Знала бы я тогда, отдала бы бесплатно, правильно все.
Да, я вас понимаю, бывают такие случаи. Теперь у вас гораздо больше свободного времени, чем тогда, когда жили в Америке и в Москве, перебирались на передачи здесь. С 2001 года вы постоянно живете в Москве, и у вас свободного времени достаточно. Как вы проводите свободное время? Ну, во-первых, после того, как родилась моя дочка, у меня не было свободного времени ни секунды, потому что в 2001 году, когда она родилась, я вела передачу «Принцип домино» и каждый день ходила на работу. Это было очень тяжело, потому что я кормила по ночам, днем бегала на работу, я еще сцеживала молоко между эфирами, а мы выходили в прямом эфире, и вот я вот убежала, скачала, отдала, водитель отвез домой, и я на втором эфире оставалась. Это было очень утомительно. Я как сейчас помню, я приходила утром на эфир, меня красила стилист, а я засыпала, и у меня, а глаза надо было открытыми держать, и у меня зрачки закатывались назад, и она говорила: «Лена, прекрати, не делай, это страшно!» И я просто, это очень было тяжело, и особенно, когда ребенок там болеет, там простуд, не простуд, температура, и вот надо стоять и улыбаться, это было тяжело. Когда она подросла, она стала играть в теннис, это значит, что я стала ее возить на тренировки, там в 7 утра встали, поехали на первую тренировку, потом побежали в школу, потом поехали на вторую, потом поехали к репетиторам. И поэтому все эти годы жизнь была у меня очень насыщенная. И я вздохнула только в этом году, когда ей исполнилось 18 лет, она уехала в университет. И вот я легла спать. Думаю, ой, как хорошо, посплю. И вот я сплю, вроде как в 7 утра проснулась. Думаю, ой, а могу никуда бежать? Сплю. Думаю, что я сплю? Как бездарно провожу время. Встала около 12, думаю, нет, надо завязывать. Вот так вот нельзя. У меня начался новый проект. Я в Таллине стала вести передачу, ну, социальную, там, похожую на то, что я люблю делать. Я стала омбудсменом замечательного фонда защиты дикой природы, называется «Золотая черепаха». И мы даже с ними ездили в ООН, выступали, мы представляли нашу выставку. И еще мы теперь делаем джазовый фестиваль. Я очень люблю джаз. Мы в Казани сейчас собираемся сделать с друзьями джазовый фестиваль. Это очень много работы. Нас поддерживает Министерство культуры. Я с удовольствием должна отметить, что у меня опять нет времени. Насыщенная жизнь, получается. Огромное спасибо, что вам приняли спасибо. Участие в моей авторской программе. Спасибо. Очень удачи было. Вам. Спасибо. Очень было приятно.